Быть готовым ко всему. Под таким девизом проходит слет соревнований участников школы безопасности в центре «Романтик». Команды школьников Щелковского района соревнуются в умении оказывать первую медицинскую помощь, собирать и разбирать автомат, завязывать узлы, метать гранаты, демонстрируют строевую подготовку, примеряют туристическое снаряжение. В теории и на практике ребята преодолевают конкурсные рубежи, сложные и легкие. Для всех этапов, конечно же, требуется умение и подготовка. Обучиться этому ребята смогли с помощью программы «Школа безопасности». Подготовка проходила как на базе школ, так и в центре «Романтик». В течение года ученики 8 и 10 классов осваивают туристическую и начальную военную подготовку. Теперь экзамен – возможность показать уровень своих способностей, знаний, умений и навыков. Завязывание узлов – один из этапов сегодняшних соревнований «Школы безопасности». Каждый участник должен знать не менее 10 узлов. И чем больше участников завяжут правильно узлы, тем больше очков получает команда. Вот сейчас я завязываю восьмерку «Проводник». Это один из основных узлов. И его правильность оценивается особенно тщательно. Участница соревнований Екатерина Скоропупова занимается в секции туризма уже третий год. Она убеждена, что женщина в современном мире должна уметь делать все. Пусть лучше многое из этого делать не придется. Она уже поднималась на Эльбрус, ходила в водные походы. Для нее эти соревнования – показатель уровня и демонстрация навыков, освоенных за год. Я хочу путешествовать, хочу покорять новые вершины. И я уверена, что мне это пригодится. Большинство полученных навыков ребятам пригодятся не только для туризма. Это целое искусство выживать в экстремальных условиях. И некоторые умения полезны и для жизни. Я просто скажу уже теперь по опыту. Было много случаев за эти 10 лет, когда нашим выпускникам предоставлялась жизненная возможность, ситуация в жизни, когда приходилось... Конечно, не хотелось бы такого, чтобы это было, но уже приходилось ребятам реагировать на какую-то чрезвычайную ситуацию. И те ребята, которые здесь с честью и достоинством осваивают это, они с честью и достоинством это преодолевают в жизни. Главный судья упоминает выпускников школы безопасности, которые в дальнейшем связывают свою жизнь с туризмом, медициной, противопожарной службой, МЧС. Вот и Антоний Мефедов, еще восьмиклассник, но в будущем мечтает работать в органах МЧС. Хочу пойти в МЧС пожарником, ну или остаться в самом МЧС. Нас учат, например, развести костер с одной спички, ну или просто без спичек там. Супы варим, в походы ходим, горы покоряем. В общем, весело. В мероприятии приняло участие 28 команд из разных школ. Боевой дух и сплочение коллектива, физическая подготовка и новые знания. Все это в школе безопасности, а впереди новые рубежи. Марина Позднякова, Михаил Задков, телерадиокомпания «Щелково».